Сегодня в Набережных Челнах прошла встреча представителей власти, предпринимателей и сотрудников некоммерческих организаций. Активисты, которые занимаются социальными проектами и благотворительностью, презентовали свои идеи бизнесменам. А предприниматели могли решить, какую помощь они готовы оказать участникам ярмарки. Такое сотрудничество в рамках фестиваля проходит уже на протяжении 4 лет. Больше 30 видов услуг, больше 11 миллионов поддержки и больше 120 бизнес-партнеров. Мне кажется, это результат. В ходе встречи предприниматели могли ознакомиться с 10 проектами. Их отбор проходил в течение 2 месяцев. Свои работы представили жители Заинска, Муслюмова, Сарманова и Набережных Челнов. Мы решили сделать этот проект для детей с ограниченными возможностями и для их родителей с целью их социализировать. Проект мы запустили с 2017 года. Проект называется «Карьерный навигатор». Мы помогаем, если это школьники, мы помогаем им осознанно выбрать учебное заведение. Если это студенты, мы помогаем выбрать осознанно предприятие, на котором они будут успешные.